В России предложили выдвинуть в президенты скандально известного актера Алексея Панина, который заявил, что он – любимый актер президента РФ Владимира Путина. Об этом свидетельствует фотография, которую в своем твиттер-аккаунте опубликовал блогер Михаил Голубь. На кадре запечатлен Панин вместе с оголенной девушкой, которая прикрывается плакатом с надписью «Наш президент 2018». Без паники, с нами, Панин. В сети отметили, что такое решение является логичным, так как фамилии Путин и Панин –